Всем хейк, друзья мои, с вами, как всегда, я Дезертирка. Мне, в общем-то, приятно, что вы меня все еще смотрите. Итак, что же это за игра? Игра Destiny. Я думаю, что понятно как из картинки, так и из названия видео, так и из того, что я, собственно, здесь показываю. Персонажи мои вот здесь вот. Попробовал я поиграть за охотника, мне понравилось, очень было классно. Попробовал за титана не очень. Единственное, за кого я не пробовал, угадайте правильно, да? Ага, конечно же, это Варлок. Поэтому сегодня мы будем играть за Варлока. Хотя вы не видели, как я играю за других персонажей, поэтому какая разница. А есть на выбор, собственно, три расы. Это пробудившиеся человеки и, собственно, экзо. Из всех этих ребяток мне не попадались, по крайней мере, экзо. Ну, точнее, я за них, по крайней мере, не играл. Поэтому будем играть именно за них, потому что мне хочется играть за них. Вот и все. Вот такие вот дела. А цвет кожи. Какой у нас будет цвет кожи? Я думаю, что цвет кожи у нас будет какой-нибудь, мать его, чтобы... Давайте синий. Синий будет цвет кожи. Цвет рта у нас будет желтый, а цвет глаз у нас будет красный. Вот такие вот мы злющие ребята будем, короче говоря. Так, что бы мне сделать? Здесь я точно сделаю рог, и рог у меня будет, скорее всего, наверное, черненький, да. Что касается метки, метка точно будет вот этот глаз, и, наверное, будет он желтым цветом. Прикольно выглядит, кстати, сочетание такое. Вот, на этом мы и закончим создание персонажа. Вот, собственно, это будет маленький варлок. Вот так вот он будет выглядеть. Думаю, прикольно. Думаю, понравится. И что я решил сделать? Решил вас больше, как вы уже заметили, не мучить заставками. Просто буду проходить, смотреть, делать. Почему именно Destiny? Ну, потому что недавно, буквально вот на днях, вышло еще одно дополнение к нему. Полномасштабное, отверженное. Но пока мы до него дойдем, пройдет много-много времени, поэтому просто поехали, да? Вы уже же хотите, чтобы я начал играть и не парил вам мозг. Икора, если это все-таки шутка, то должен признаться, я поражен. Поразить тебя, Кейт, дело совсем не трудное. Давайте посерьезнее. Завала. Я сама серьезность. Не видно. Икора, что у тебя? Кто-то или что-то повредило нашу систему ПВО. И связь барахлит уже несколько часов. Отрубились все датчики за стеной. Может, дело в грозе? А может, данные со спутников? Их нет. Это же хорошо? Нет. То есть данных нет. У нас нет спутников. А это уже плохо. Быстро по местам! Не правда ли, друзья мои? Единственное, с чем, как я уже говорил, придется мириться, это с непонятными относительно долгими загрузками в Destiny. Я не знаю, почему у меня эта игра так долго иногда грузится, но, наверное, это с чем-то связано. В любом случае, во время загрузок вы, скорее всего, будете слышать мой голос.
Повторяю, башня, прием. Это Сити Хоук 723. Есть кто живой? Тишина на всех каналах. Даже на аварийной частоте. О, что у них там стряслось? Помнишь, я говорил, что ты слишком быстро летаешь? Забудь мои слова. Гони! Что-то странное творится там. Нужно узнать, что именно. Чем мы, собственно, и займемся, друзья мои. Пошли. Надо найти Завалу, Икору и Кейда. Сабал! Привет, дружочек. Пока, дружочек. Ничего не понимаю. Кабал обычно покоряют системы, взрывая планеты. Что бы ни было их целью, она здесь, в последнем городе. Какие вывесочки. Говорит командир Завала. Мирные жители, явитесь в эвакуационные пункты. Стражи, сбор на площади. Наш город не падет. Кейт. Эй, привет. Минутку. Завал и геройствует на площади. Я... на свидание с тем, кто это затеял. Я по-быстрому. А ты ничего так, молодец. Мне понравилось. Сюда, Варлок. Мой арсенал открыт. Из него иди по тропе к ангару, откуда сможешь попасть на площадь. Я позабочусь об этих людях. Если Кабал хотят войны, они ее получат. Главное, сам не помри, друже. Я уж позабочусь о Кабал. Поехали, друзья. Нас ждет великая война. Ну как великая, на самом деле парочку поубивать ребятишек. И, в принципе, все. На самом деле, с пистолета здесь в большой степени можно убивать лучше, чем со всего остального оружия. Наши ребятки тут отстреливаются, как вы можете видеть. На самом деле, что-то как-то они друг к другу не особо не попадают даже. Ну да ладно. А минус Варлока, он делает псионный щит, вместо того, чтобы хреначить именно ножом, как остальные персонажи. У этого, из-за этого теряется весь его пафос, на самом деле. Ну... поделать. Он тоже такой, ну, типа ручкой. Не, в принципе, кстати, можно сделать так, что он типа ручкой всех расхреначивает и все круто. Вот, поэтому мы продолжаем бежать вперед, 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 вперед. Уже вперед надо, правильно? Ты только посмотри на эту махину. Должно быть, это их флагман. Ах ты ж мать моя женщина. Вот это хреновина. Надо будет ее убить. Ну а пока... убиваем этих дебилов. Тем более, что у меня относительно хорошо это получается. Так, у меня такое ощущение, что они слабее, чем я. То еще ты остался живой, да? Все, больше никого нет. А, ну да, я забыл. Они пока... не только город атаковали. Взгляни на странника. Ух ты, они протягивают к нему щупальца, ребята, что-то хреновое. Ладно, быстрее надо все решить. Мы пока просто не можем прыгать, к сожалению, на x2-3 прыжка, поэтому. Придется потерпеть. Это тупик. Нужно вернуться обратно в бой. Так, роботы вроде бы еще живы. Ладно. Из тупика мы точно выйдем. Так, мой призрак называет этих кабал Красным Легионом. Икора, что у тебя? Они элита.
Безжалостная. Говорят, они не знали поражений. До этого дня. Сегодня им противостоят стражи. Но завала. Они штурмуют странника. Странник подождет. Мы защитим своих людей. Любой ценой. Мне почему-то кажется, что странник не подождет. Ну ладно. Впрочем, людей своих мы действительно должны защитить, иначе... Какие же мы к черту стражи? Быстрее под защиту его. К завале. Хотя, что нам под защиту-то? Мы и сами могем. Красный легион силен, но мы сильнее. Будем обороняться, пока последний житель не покинет город. Да без проблем, завала. Я только за. Берегись, отступай за мой щит! Да я и так за твоим щитом. Мне, можно сказать, вообще пофигу. Удерживай ворота, за ними наши шаттлы. А я что по-твоему делаю? Так. Убиваем кабал. Убиваем кабал. Вызичи. Вот какой-то чувак со мной тоже бегает. Прикольно. Написан тоже поубивает. Ни одному же мне стараться-то, правильно? Смотри, какая манга, смотри. Прям выбежал. Вызичи, понимаешь? Просто вызичи. Удерживаем оборону. Флагман следующий в моем списке. Снаряды! Опс. Укройся за моим щитом! Давай. Бамбалейлоу! Бамбалейлоу! Долбай, это не хило. У Красного легиона подкрепление. Покажи им, на что способны стражи. Да пожалуйста. Последняя атака отбивается мною. Вы что, ребята, думаете, что вы сильнее стражей? Да вы ничто. Так, кстати, мне интересно, а что у меня на F за умение? Ну это ладно, я еще и разведаю, думаю. Завала, отбыл последний шаттл. Но глашатая никто не видел. Я попытаюсь его найти. Я буду удерживать площадь. Иди с Икорой и найди глашатая. Окей, босс. Точно, командир. Привет, мини-робот. Нам же сюда? Да. Икора! Глашатая нет. Красный легион, больше мы ничего вам не отдадим. И пощады от меня не ждите! Икора мощная женщина. Она найдет глашатая. Нам надо добраться до флагмана. Отправляйся к северной башне. Я пошлю за тобой Аманду Холидей. Что, думал, я тебя испугаюсь, что ли? Ха, еще. Я помню, куда вам целиться. Прям в ваши гребаные взрывалки. Ну, короче, если кто не понял, то в баке с горючим. Нужно избавиться от этого корабля. Для всех тех, кто вечно говорит, что я... Иной раз как-то пропускаю диалоги, хотя, по-моему, я этим не занимаюсь. А специально для вас субтитры, ребят, специально для вас. Мне сказали, тебя нужно подбросить. Было бы неплохо. Так, в общем... Завала, со мной твой страж, о котором ты все трындишь. Доставь их на флагман! Живо! Держитесь там! Давай, здоровяк.
действуешь. Ну все, Страж, пора задать им по полной. Так, точно, я могу сказать, что я это сделаю. Ладно, пока мы загружаемся, все-таки я думаю, что нужно что-то поговорить немножко, да? Дай знать, когда они уберут щиты, и мы им врежем по полной. Окей, хорошо, да, я это сделаю. Мне еще нравится, что они отправляют эти шарики. Вот, надо вот в этот момент проходить. Все, теперь мы бежим. Не очень удобное, на самом деле, оружие в самом начале дается, потом много лучше. Да, голограмма может помочь. Дай-ка мне взглянуть. Она. Так, генератор щита должен быть в нижней части корабля. Мне на самом деле нравится погодка, такой дождик идет, прям круто. Смотри, бам, балейло. Такие няшки, когда взрываются. Не, мне бы пушки бы их поломать, ну ладно. Там большой дядька бум. Че, вы на меня решили, что ли, да? Уна. Я не против. По щам могу надавать любому, как бы. Да тебе тоже не волнуйся, надаю по щам. Че кого? Мне не жалко. Кейт, доложить обстановку. А, патроны кончаются. И огненная пушка начинает подводить. Что-нибудь слышно от Экоры? Как отправилась соглашатаем, ни слова. Стройся со мной! О, друже Хантер написал. Ой, какая жалость-то. Так, ну-ка, снайпер пошел вон. Так. Сейчас, ребятки, погодите-ка. Нужно вот с этими ребятами разобраться, Хантеру быстренько написать, что типа все. И побежать замочить скобал, мать его, что было. Бам. Что-то я стрелять разучился из такого пистолета. Так. А, вон же у нас здоровяк-то. Ты не заметил-то. Неплохо. Красиво бомбануло. Короче, варлоки довольно крутые ребята. По ходу дела. Так. Вот, возможно, скоро ко мне присоединится, собственно, мой друг Хантер. Я, правда, лайт слегка много, но... Ну, что-то в этом духе, да. Так, ребятки-снайперы, давайте-ка вы меня не будете убивать, а? Смотри, бам! Неласточно. Не-не-не-не-не-не, ребят. В нашем случае никто не уйдет обиженным. Всем достанется люлей от дезертирки. О, да.
Бамблэйла. Все, противников больше нет. Генератор щита должен быть впереди. Так. Ну ладно, на, лови плюшку. Где там чертовщина-то эта? Вот она. Все. Нормуль. Изи-пизи. Уничтожь турбины. Щиты должны вырубиться. Да, вот так. Да, вот только с остальными будет немножко проблематично. Сейчас объясню, почему. Не, ну хотя за вот этого персонажа, наверное, нет. Но запросик, которым приходилось спускаться вниз, это было... Температура поднимается. Сработало! Прикольно. А, нет, видите, за этого тоже, походу, придется подняться. Стопэ, в чем прикол? Больно будет. Вот в этом был прикол. Ладно, сейчас возродимся, нормально все будет. Так. Так, добежали до последней, все супер, классно, замечательно. Я думаю, что все хорошо кончилось. Завала! Получилось! Щиты отключены! Завала? Так, завала нам не отвечает, но... Ну, по-моему, вот сюда. Где все Аманда, горит? Мы поднимаемся! Аманда! Аманда! Делать. Уже ничего. Добро пожаловать в мир без света. Ой-ой. Страж, что происходит? Смей смотреть на меня, ничтожество. Твой род слаб, разобщен, дрожит от страха за стенами. Это не смелость. Вы просто забыли о страхе смерти. Позволь, я тебе напомню. Стражи недостойны дарованной вам силы. Я Гоул. И теперь ваш след. Мой. Destiny 2. Ну ладно, в общем, все весело, да, я пока, если вы не против, перепишусь с Хантером. Вот. И как только, так сразу, я думаю, мы с ним встретимся. А я вот думаю, может, вот здесь как раз и закончить. Наверное, так и сделаю, но чуть попозже. Надо будет на землю приземлиться, скорее всего, либо что-то в этом духе сделать. Вот. Наверное, мы сейчас будем загружаться, да?
Ну что ж. Последний город через 2 дня после нападения. Нам, короче, дико хреново, у нас все плохо. Вот, мы сейчас пробуем медленно, очень медленно идти вперед, потому что все очень хреново. Мы потеряли свет, и странник больше не может нам помогать возрождаться. Мы потеряли нашего друга. И мы идем. Идем очень медленно, долго, и, блин, наверное, это самый долгий поход, который я только видел. Но что поделать, в принципе, логично, потому что мы действительно, во-первых, я не знаю, как, честно говоря, мы выжили, упав с такой огромной высоты. Вот. Ну, попробуем дойти побыстрее, давайте. Видите, мы даже немножко бежать можем. Чуть-чуть, правда, но чуть пошустрее стали, видите, двигаться. Кабал тем временем захватили весь город, патрулируют его. Нам очень хреново. Мы не можем ни хилиться, ни возрождаться. Ни черта. Это очень плохо. Еще нас дико мутит, видите, что даже отталкивает. Потому что без света стражи очень слабые. Очень слабые. Кстати, я хотел бы покататься вот на таком танке, но, блин, там делать этого нельзя. Но я не могу воскрешать с того момента, как... Жаль. Страж, свет исчез. Я знаю. Они захватили город. Странника. Все. Красный легион убивает стражи без света. Нам нужно отсюда выбираться. Мы нашли своего призрака. По сути, призрак является связующим звеном между нами и странником. И именно благодаря призракам мы можем воскрешаться. Я засек аварийный сигнал с координатами места сбора. Жители планеты эвакуируют. Мы сами по себе. Потому что это связующее звено дает нам силу. Силу странника. Окрестности города через 4 дня после нападения. Здравствуй, сокол. Как жизнь молодая. Хотя в твоем случае, наверное, старая. Город остался далеко позади, но ушли довольно далеко. Мы идем, пытаясь спастись. Эти стражи. Без света у них не было ни единого шанса. И мы могли так. Страж, если ты умрешь, я не смогу тебя воскресить. Нужна предельная осторожность. Я знаю, друг. Я знаю. Мне жаль вас, ребята. Очень жаль.
Вы думаете, вы выживете против меня? Давайте проверим. Я смогу биться за всех стражей, которых вы убили. Но без света я все равно слаб, поэтому особо выпендриваться нельзя. Ладно, что будет, то будет. Сокол, веди нас. Опять этот сокол. Он что, преследует нас? Или мы преследуем его? Да тут скорее он нас ведет куда-то. Ладно, мы уже почти на горе. А здесь красиво, скажу я вам. Мне нравится. Но странник. Он захвачен этими тварями. Кабал все еще поступает в город. Сволочи. Но ничего, мы отомстим им. Обязательно отомстим, когда придет время. А пока... пока нас ждет неизвестность. Но путь впереди открытый, это главное. Опять враги. Давайте, нападайте же. Меня на всех хватит. Кто еще? Я знаю, что там есть кто-то живой. Все? Вот теперь все. Я не потерплю и никогда не прощу вас за то, что вы убили многих из моих братьев. За это я покараю вас, когда я воскрешусь. Черт, все было так мило, так прикольно, но это же я. Я всегда лошарю. Нам просто вот сюда надо было. Вот, можно по дереву пробежаться, можно не бежать. Я же мог. Могу. Почему нет-то? Сокол! Нет! Посмотрите-ка. Такой хороший страж и валяется на земле. Дела и правда плохи. Это сигнал. Выдвигаемся! Но, постой, куда вы летите? Как можно дальше отсюда. Так это... твой сокол. Я Хоторн, а это Луис, наш лучший пилот. Ну а ты летишь с нами? Это тебе пригодится. Пора Неплохо. Заняться делом, страж. Так, заводите моторы, впереди долгий перелет. Ну что ж, действительно, впереди долгий перелет, все дела, мы должны быть наготове, и дробовик нам определенно не помешает.
чего я достиг. Озари меня светом. Займи место в сердце моей империи. Услышь меня, и воины Красного Легиона станут твоими стражами. Доминус, город захвачен. Кто сбежал, тех уже ловят. А глупцы, что решили остаться, уже казнены. Победа, как и все прочее, по праву твоя. Это не только моя победа, но и твоя, мой друг. Все, что нам осталось, это завершить строительство клетки вокруг этой машины. Тогда мы сможем начать выкачивать из нее энергию и направлять ее в нужное русло. Они зовут ее Странник. Я уверен, что другие цивилизации дали бы ей более подходящее имя. Ее силу можно контролировать и использовать. Мы с тобой это доказали. И все же они считают ее богом. Доминус. Гоу. Мы с тобой положили всю жизнь на то, чтобы изменить наше общество, перековать наш народ, возродить империю, почти разрушенную жадностью и порочностью Калуса. Ты величайший из правителей этой вселенной. Красный Легион покорит мощь этой машины, и тебя нарекут императором. Что еще может желать Доминус? Я желаю поговорить с моим гостем. Так это ты, глашатай страны.